Обидно и досадно, решили Василий Сучков и Евгения Саченко на фестивале «Лучшая молодежь лучшему городу». Ведь и у нас есть порох в пороховницах, несмотря на то, что в категорию «молодежь» музыканты относились лет так цать назад. Собравшись вместе с музыкантами, мы решили показать, что мы еще на что-то способны. И даже не на что-то, а на что-то великолепное и прекрасное. Итогом встречи стало решение 4 октября отменить выступление на основной работе в ресторанах и кафе, а выйти на сцену Центра культуры и досуга «Горизонт». Это репетиция первая. Василий Сучков, один из идейных вдохновителей концерта, правила подбора репертуара объяснил так. Исполняйте то, что вам нравится, но то, что посетители ресторанов заказывают редко. Мы решили сделать так, чтобы здесь звучали старые-старые хиты, но такие вот незаезженные, которые вот, ну, в данный момент, ну, они не на слуху. Вот, допустим, вот репетиция идет, там, давайте кусочек колбаски, допустим, играть. Ну, где вы ее слышали? Серьезным концерт не должен быть, решили музыканты. И внесли юмористические моменты в каждый номер. Секрет открыли лишь одного. Песню «Два кусочка колбаски» певицы будут исполнять в свадебных платьях, держа в руках портрет американского актера Брэда Питта. В ресторане мы как бы привычные. Вышли обыкновенная стандартная работа, как бы все легко и просто. А тут как бы более такой официальный большой концерт, зал. Ты вообще как бы так звезда, и люди на тебя смотрят, и коленки трясутся даже с непривычки даже на репетиции. Билеты на концерт «Золотой песок» уже в продаже. Музыканты хлеба не обещают, а зрелище гарантируют. Выступление будет длиться не менее 1,5 часов. Анна Маринец, Николай Фарафонов, Телемикс.